что, всем доброе утро подписчикам канала Мир Охотника. Вышел сегодня вот погулять с гончей. Тора у нас вторая осень у нее. Молодая просидела долго нам заперти в межсезонье. Ну что, сейчас посмотрим, погуляем. Пусть поищет зайчишку. Ну пойдем погуляем с тобой, Торочка. Прекрасная. Осенний день. Ух ты, какая трава здесь выросла, а? Середина октября. Пора такая красивая. Листья желтые идут. Птицы уже в кучки, чижики собираются. Подожди, Торочка. Что-то ты уже тут начинаешь нюхать. Пошел искать. Шукай, подружка. Где зайчишки кормились? Давай. Полази, поищи их. Температура хорошая, где-то плюс 3. Мягкая тропа хорошая. Так, 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 Торочка. Так, 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 так. Ну что такое? Что такое тебе? Зайчик был где-то, да? Зайчик где-то был. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, 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 ищи, ищи, ищи. Так, 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 так. Вот так, 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 так. Понял. Пошел косой. Подняла, да? Подняла, наверное. Зайчика, зайчика, зайчика надо искать. Ну что там было, Тора? Что там было? Если коза, то правильно сделала, что бросила. Но я не видел ту сторону, чтобы козьего следа было. Может, зайчишка был, да? Молодой, особенно собачкой, надо больше почаще ходить по лесу, чтобы она не привыкала по дорогам. Пусть она ходит по лесу. Давай, 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 полази, 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 полази. Ты же гнала кого-то сюда. Здорово, затрепал кто-то. Коза. Лиса, коза. Козы, козы, бля. Достаточно свежий аккурат. Ничего нету, да? Только. Ну давай покрутись, покрутись здесь. Эти яблочки. Вкусная. Так, ну ладно, кружочек сделали. Сейчас переедем в другое место, я думаю. Ну все, пойдем проверим здесь. Зайчишка здесь может лежать. Прямо в этой хлебе. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Что-то подтягивает в клевере, подтягивает. Кабаны на морковку здесь пришли. Перекопали в углу. Опа! Тора! 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 Мать и заяц пошел на тебя. Опа! Тора! 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 Мать и заяц пошел на тебя. Да, на дорогу пошел. Не стал я его стрелять, пусть гоняет. Сейчас она на дороге сколится, наверное. Он пойдет туда, где треугольник, на угол пойдет туда круг делать.
Но она бросила, возвращается, засранка. Стрелять не стал, потому что выскочил это шумовое от меня. Так что это не заслуга собаки. Пускай. Ай, молодец, молодец, молодец. Ну, только вот ты что дальше не пошла, а? Ай, молодец, молодец. Молодца, молодца. Давай, давай, давай. И вернулась, понял? Скололась на асфальте, на дороге. И все, назад. Ну, засранка. Ну, ладно. Все впереди, скажи, у нас еще. Торка, ты что, устала, что ли? А ты как думала? Вот здесь на асфальте скололась. Эх, ты неопытная. Водички не хочешь попить? Пойдем туда сюда. Ага. Вот он косой. А вот он. Ага. Вот он косой пошел. Там что ли? Значит, он там пошел. Поднялся. Пошел. Ага. Засранец где лежал, а? Не гонит далеко и все. Хоть ты тресни, блядь. Так что, ребят, заканчиваем на сегодня эти попытки зайца гонять. Видишь, нашла на его второй раз. Этого зайчика. Он пошел на круг. Ну, пока еще не в форме собака абсолютно. Ну что, она пробегает где-то километр-два. Возвращается обратно. Устает, устает. Что там еще? Практически первый выезд. Такой по зверю, что она полаяла. Зайчишка есть. Есть зайчишка. Так что будем охотиться. Смотрите наши репортажики. Будем собираться на этом. Всем пока.